атакующих действий, комбинаций. Здесь, в общем-то, безусловно, импровизация присутствует, и желание иногда переполняет вместе с эмоциями, но все-таки мысли заметны. Другое дело, Бесаря в голове некоторые защитники действуют, это очевидно. Это вызывает большое удивление. Вот момент. Удар по воротам 2-2. И этот гол будет засчитан. Этот гол будет засчитан. Здесь никакого офсайда и в помине не было. Есть дубль в этом матче. Евгения Савина прорвало, так прорвало. Наконец-таки этот, безусловно, одаренный нападающий начинает забивать. Сколько же можно было ждать? 2-2. 2-2 в матче Крылья Советов Ростов. Третий гол Савина. Ох, а какую передачу-то сочинил Печник. Какой красавец, какой артист, а? Атакующих действий, комбинаций. Здесь, в общем-то, безусловно, импровизация присутствует. И желание иногда переполняет вместе с эмоциями. Но все-таки мысли заметны. Другое дело, Бесаря в голове некоторые защитники действуют. Это очевидно. Это вызывает большое удивление. Вот момент. Удар по воротам 2-2. И этот гол будет засчитан. Этот гол будет засчитан. Здесь никакого офсайда и в помине не было. Есть дубль в этом матче. Евгения Савина прорвало, так прорвало. Наконец-таки этот, безусловно, одаренный нападающий начинает забивать. Сколько же можно было ждать? 2-2. 2-2 в матче Крылья Советов Ростов. Третий гол Савина. Ох, а какую передачу-то сочинил Печник. Какой красавец, какой артист, а? Подача. Опасно. Удар по воротам. Гол. Евгений Савин. 2-2. Ну, не так, так это. Не мытьем, так катанием. Да, я думаю, что теперь не стоит нам упираться в неназначенной пенальти, потому как с углового... Вот, как раз Самсонов, да, нам арбитру показывал, что, видите, есть правда на свете. Вот, Крылья сравнивают счет. Подавал Молос. Дальше пошла скидка.